Ситуация на Московской в районе музыкального микрорайона стабилизировалась. Накануне после ливневого дождя улицу опять затопило. Жители микрорайона добирались домой вброд. Откачивали воду две насосные станции, в том числе и новое строительство, которое завершилось на прошлой неделе. Она работала в тестовом режиме. При первом запуске насосная дала сбой. Запустили станцию спустя полчаса. Уже к 2 часам ночи основной объем воды был откачан. Как видно на камерах ЕДДС, установленных на Московской, сейчас проезд для частного общественного транспорта не затруднен.